Компания Opel впервые показала новую Corsa. Видео снято между январем и апрелем во время тестов хэтчбека в шведской Лапландии и на полигоне в немецком Дуденхофене. Заполярье – обычное место для проверки прототипов на устойчивость к низким температурам, а на испытательном треке проверяют баланс настроек шасси. В основу Corsa шестого поколения легла тележка CMP. Платформа была разработана группой PSA и уже применена на новейшем Peugeot 208. Конструкция использует больше высокопрочных сталей, а масса снижена на 40 кг. В своей самой легкой модификации пятидверный хэтчбэк будет весить чуть менее тонны. Уже сейчас известно, что Corsa оснастят матричными светодиодными фарами, которые перекочуют с Astra и Insignia. Моторная гамма известна по Peugeot 208. Это трехцилиндровый бензиновый турбомотор 1.2 и полуторалитровый турбодизель. Чисто электрическая версия получит мотор на 136 лошадиных сил и запас хода в 340 км. Продажи нового Opel в Европе начнутся летом. На YouTube-канале американского пилота и каскадера Майка Райана, неоднократно участвовавшего в гонке на горе Pikes Peak, появилось любопытное видео, где спортсмен дрифтит на своем грузовике. Именно этот автомобиль поднимался в гору целых 18 раз, 7 из которых заканчивались рекордами в своем классе. Грузовик оснащен дизельным двигателем с тремя турбинами и системой впрыска смеси из воды и метанола. Такой мотор выдает 2400 лошадиных сил и почти 5500 ньютон-метров крутящего момента. При этом в нагрузке этот мотор потребляет около 11 тысяч литров воздуха в минуту. Также на автомобиль установлены гоночная подвеска, тормоза с водяным охлаждением, продвинутая система охлаждения всех агрегатов и гигантское антикрыло от машин IndyCar из 90-х.